Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы как всегда на канале «Семья на чемоданах», с вами я, Славян. Мы сегодня в полном составе приехали на реку Жане, это недалеко от Геленджика, и хотим посетить водопады Жане. Сегодня отправимся именно туда. У нас сейчас Мирончик уснул в машине, Настенька его взяла на ручки, с собой у нас наш слинг. Вот, чуть позже постараемся переложить. Так, меня не дождались, дорогу перешли. Смотрите, я вам сразу хочу показать, что здесь есть парковка. Сейчас дойдем поближе, покажу, платная. Мы поставили автомобиль бесплатно, сейчас тоже покажу, где. Погнали в новый выпуск, у вас сразу лайки и комментарии. Поехали! Здесь сейчас происходит реконструкция дороги. Вот есть парковка, магазин «Магнит». Здесь также можно и припарковать свой автомобиль. Также можно припарковать в красно-белом, либо припарковать непосредственно где-то в каких-то кармашках. По пути сюда кармашков здесь достаточное количество. Вот за вот этим белым, получается, заборчиком, видите, парковка уже непосредственно платная. А вот здесь вот можно припарковать бесплатно. Настенька, Артемка, здесь же Родиончик. Будем двигаться. Насколько я правильно прочитал, здесь первый водопад Жане, он бесплатный, а дальше вверх по реке уже все водопады будут платные. Посмотрим сейчас, сколько стоит. Так, по поводу парковки, 50 рублей в час. Сразу на входе здесь есть такая часовенка. Много машин, значит, и людей будет много. Мы на самом деле сегодня припозднились, запозднились, поэтому вышли поздно. У водопада закусочная, но пока ничего не работает. Вот единственная сувенирная лавка и мед. Здесь есть такие таблички, собственно, нас ждут водопады, конные прогулки, дольмены, курганы. Собственно, нужно идти вон туда вот дальше прямо. А здесь можно вот так вот спуститься к реке. Фотопарк. Но он пока закрыт. Табличка «Купание запрещено». Но спуститься сюда можно. Это, соответственно, и есть первый водопад на реке Жане. Очень красивая водица. Такого приятнейшего цвета. Да, можно сюда даже повыше уже забраться. Здорово, но жаль, что купаться запрещено. Я бы сразу, в принципе, и запрыгнул бы туда. Потрясающе. Такие здесь красивые сделаны стены и углубления в них. Такие, как похожи на замок. Здесь их несколько. Ну и, собственно, здесь вот тоже можно подняться. Странная история, что купаться запрещено, потому что вода на самом деле, она так и манит искупаться, да, Насен? Да, очень круто. Здесь возле самого водопада есть такая, смотрите, расщелина. Прикольно. И здесь стоит вода. Глубина причем такая нормальная. Не, Родион, не ходи, здесь скользко. Дерево прям из камней из этих. Прям в упор подошел. Такой шум от него стоит. Здесь вот можно залезть, сделать наверху непосредственно фотографии. Все, Родион. Он ко мне, Родион, пришел. Аккуратно, не упади только. Да, клевый. На самом деле, время только 11:30, а людей настолько много. Вообще, вот это вот Жане, водопад Жане, это вот прям самое распиаренное место, которое, по-моему, есть из вообще из водопадов здесь, в Геленджике. Нам, конечно, не совсем эта история нравится, потому что ты не наслаждаешься природой, ты не купаешься. Потому что, ну, какая-то получается давка, если можно так сказать. Так, здесь вот такие есть информационные табличка. Долина реки Жане – это уникальный уголок природных и археологических памятников. Вот так. В принципе, да, сюда однозначно стоит отправляться. Вот они, дольмены. Да, это дольмены, сынок. Дольмен исполнения желаний. Дольмен гармония. Так вот, долина реки Жане, схемы. Но по ценнику взрослый 350, а детский 200 рублей.
Ну, тут таблички предупредительные, что много что запрещено. Вот. И сразу есть на входе туалет. Ну, наверное, бесплатно, раз такие цены. Сейчас поспросим. Мирончика посадили. Я снова иду, смотрите, вот с таким тяжеленным рюкзаком, потому что там и вода, и термос, и еда. Мирончик здесь спереди, так сказать, для баланса. Мальчишки уже сходили в туалет. Здесь вот на территории есть. Пацаны туда забежали и сказали, папа, мама, даже не воняет. Вот, есть сразу таблички, видите, вам туда. Куча всего есть. Насёмка, сфотографируй, пожалуйста. Конец маршрута. Но на самом деле вот отсюда есть дальше тропы, уходящие еще в лучшие водопады. Ведь на самом деле самые красивые водопады, они, как правило, недоступны для людей, они сложные, до них нужно добираться. Это все мы еще поняли, когда жили непосредственно в Сочи. И, кстати, ребятки, кто впервые попал на наш канал, с нами не знаком, мы прожили в Крыму, его путешествовали с палаткой, мы жили в Большом Сочи суммарно целый год, сейчас живем в Геленджике, путешествовали по Анапе, у нас по всем этим местам есть наши авторские гайды, соответственно, по Сочи, по Крыму, по Анапе, и сейчас мы делаем гайд по Геленджику. Начинаются уже, видите, вот такие вот построечки из камней, но это, видимо, искусственно созданные, не природные. Дальше нас ожидают дольмены, ну и, в принципе, все, что вы видели, нас ждет с вами впереди. Вот это основная дорога, а здесь есть несколько троп, которые уходят, видимо, к самой реке. Хочу сейчас вместе с Мирончиком подойти туда, посмотреть. Вообще, мы недавно ходили на водопад Шнурок, тоже посмотрите выпуск. Мы там шли по руслу, это, конечно, было сложновато. А, ну вот она, видите, река. И она даже, вот, например, вот здесь вот идет сразу углубление. Прикольно. И, в принципе, можно идти вот не по основной сейчас дороге, да, где мы идем, а по вот этим вот тропинкам природным. Вот мне на самом деле больше нравится идти вот по таким вот местам, чем двигаться по основной. Как вам, если вы любите такие путешествия, напишите в комментариях. Ну классно, вся семья меня поддержала. Настенька сказала, я тоже хотел тебе это предложить, давай идти вдоль реки. Потому что этот шум воды, эти птички, просто класс. Но тропинка у нас здесь заканчивается. Не прошло и 5 минут, и мы, короче, выходим снова на эту большую, вот эту вот светлую тропу, которая вот так вот накатана, как будто для машин. Мы двигаемся дальше. Я хочу вам показать вот эти дикие ромашки. На таком длинном-длинном стебле они. Вот они. Прикольно. Не видел таких. И еще на маршруте нам встречается уже третья беседка, хотя мы прошли буквально метров 200. А третья беседка уже присутствует. Для обратного маршрута, уже когда ты там... Пока вообще очень чисто, нету нигде мусора. Вот, пока вроде здорово. Но единственное, говорю, что нельзя идти вдоль русла, потому что где-то прям прерывается и все. Вот как мы, по-любому нужно вернуться сюда. Вот здесь чуть дальше по маршруту, здесь такая целая локация для отдыха. Стоят лавочки, несколько беседок, и здесь очень сильно шумит река. Поэтому мне очень хочется здесь посмотреть, что здесь находится. Потому что люди просто идут прямо, а мы будем все-таки спустимся сюда и посмотрим. И да, там есть небольшой маленький водопад. Вот так спускаемся. Ну вот, вот здесь уже можно покупаться. Здесь такие ванночки, сейчас я вам покажу. Вот они, видите? Опа. Держись, Родин, держись. Артем, Артем, не спускаться. Ух ты! Слушайте, склон на самом деле очень такой, что мы просто с Мирончиком по нему аж сбежали, да? Ай, я с папой, ай, я с папой, ай, я с папой. Да, и здесь, посмотрите, как круто. Вот, а люди все идут дальше, они не заходят в эти бассейны.
А в этих бассейнах можно очень здорово покупаться. Гляньте, там просто гидромассаж. Под эту струю встаешь, и классно. Глубина, наверное, метр точно есть. Молодец. Вот, и здесь такие небольшие пороги начинаются. Видите, как здорово. Вот мы пошли, за нами те люди, которые идут, они тоже сюда отвернули. Так что, если вы видите какие-то спуски, лучше отверните и спуститесь. Мы, в общем, спустились сюда все вместе. Настенька, Артемка, Родиончики, я с Мирончиком. Как мы делаем это с Мироном, это, конечно... Опа! Фух, опа! Вообще, слушайте, сложновато. Так, вон мои поднимаются. Давай, Тёма. Ручку мне. Молодец. Все, поднимайтесь на тропу. Мы сейчас доходим до такой развилки. Сейчас я вам покажу. Но здесь очень красиво, потому что здесь цветут деревья. Стоят лавочки. Если вы готовы эту красоту увидеть, смотрите. Посмотрите, какая красота. Так интересно стоит сосна, и дальше вот эти вот красивые деревья. Вот это кайф. Слушайте, ну глаз прям радуется. Что это? Это же не сирень, но похоже на сирень. Тут мед. Видите, пасеки. Внимание, ведутся работы по благоустройству. Ой, какая красотища. Палаточки туристические. Вот. Там табличка вот висела, объезд. Не знаю, для кого это, для машин, куда именно ведут. Но здесь просто как будто ты оказался на какой-то вообще туристической такой истории. Охрана, частная территория. Вот, и пошли такие домики красивые. Такие штучки из корней сделали, видите? Прикольно. Очень прикольно смотрится. Это называется проспект Счастья, дольмены, водопады нам в ту сторону. Смотрите, стоит станок, и напротив продают посуду из дерева. Прикольно. Прям здесь же и делают. На самом деле, вот здесь вот место, вот тут какая-то энергетическая вообще, аура, да. Такая какая-то, ну, я не знаю, старославянская, что ли, если можно так это назвать. Здесь висит такая очень классная табличка. Вот, все к лучшему, так что не переживайте. Самое, что интересно, смотрите, я вам покажу, что здесь, оказывается, можно ставить палатки на реке Жане, но после регистрации. Вот, так что если вы хотите сюда приехать с палаточкой, то можно. Главное зарегистрироваться, потому что это природный национальный парк. Здесь еще есть необычная детская площадка. Вот, смотрите, столб, детская сцена и тропа. Пойдем на тропу. Здесь где-то сцена. А, ну это, видимо, вот она. Слушайте, очень прикольно. Такое атмосферное место. Я вот сходу могу прям рекомендовать этот парк. Вот, беседочка, качельки и вот такие горки. Я таких горок не видел нигде. И все это вот в такой вот красивой растительности, где цветут вот эти вот деревья. Прикиньте, как деткам здесь будет здорово порезвиться. Очень классно. Мы прошли все эти красивые, интереснейшие палатки и попадаем вот на такой вот мост. Здесь, смотрите, вот отсюда дорога и туда уходит. Видимо, здесь на каких-то специализированных УАЗиках провозят. Да, вообще, конечно, красиво. Еще учитывая, что мы сейчас на мосту совершенно одни. Какая природа. Так, ну и здесь дальше идут таблички, вам туда, водопады и дольмены. Вот, а здесь можно вот так вот, смотрите, как интересно спуститься к реке. Вот. И даже оборудована лавочка. На самом деле, все сделано очень
красивый, и такой, видите, мостик типа из камня. Еще один мост. Здесь прям, смотрите, такие красивые картины. Витя. Не знаю, как правильно они называются. Хипстерские. Да, здорово, залипательная, короче, история такая. В общем, кто сюда будет идти, обязательно с собой берите денег, чтобы их потратить. А, есть даже домики. Я так понимаю, что ребята, которые здесь все это дело продают, они здесь и живут, потому что открывали свои вот эти палатки, и там уже прям кровати и так далее. Да, Родион? Сейчас спросил здесь у чувака. Да, ну я правда с ним-то типа комьюнити, он такой, чё? Комьюнити какое-то, я говорю, по-русски, он говорит, да, можно по-русски? В общем, здесь, короче, смотрите, вот, я чуть-чуть не дошел, смотрите, здесь место, перерождение, правила, даосский веник, древний массажный инструмент, короче, здесь целое такое поселение, феникс, вот, табличка, видите? Феникс. Сюда можно приехать, ощутить себя живым. Во, как представляете? Обряды какие-то. Артём, Артём, иди сюда, пожалуйста. Жизнь сюда лазь. Здесь, короче, можно сюда приехать, поставить палаточку, здесь пожить. Представляете? Здорово. Повстречали еще один баннер. Афродита кафе за водопадами из Врудови. Безопасная территория. Меню детское, бассейн для детей. Песочница. Вот, и вот такие вот, там, видите, природные ванны. Но постараемся это дойти. Альтернатива отдыха морю. Да. Провести вот так вот, в таком месте. Это вообще день, да? С ну. семьей. Очень круто. Просто море, это не только про море. Да, ну да, курортный отдых. Это так, подожди, две дороги. Куда нам идти? Влево-вправо. Здесь чуть дальше уходит куда-то лестница. Вот она наверх. И огромное количество палаток, но они пока не функционируют. Возможно, когда-то откроются летом. У нас справа течет река, а слева что? Непонятно, что там на лестнице. Значит, мы пойдем сейчас по лестнице. Я снова открыл карту, и там дольмены. Я действительно даже уже отсюда вижу один большой гигантский дольмен. Я, правда, не знаю, искусственно они сделаны, построены, либо это действительно с древних-древних времен. Сейчас поднимусь и вам все покажу. Ну вот мы и поднялись. Посмотрите. Вот такие вот дольмены. Даже можно заглянуть вовнутрь. Да? Ну какие три кровати, Тёма? Ты три посмотри, камни. Ты, пап! Почему не настоящие? Там три кровати! Сумки. Ну, возможно, не настоящие, я не знаю. Тут получается целая поляна этих дольменов. Ну вот это, наверное, точно настоящий, потому что он, видите, такой прям огромнейший. Да, пойдемте, подойдем туда, посмотрим. Я, конечно, удивляюсь, как во всех вот этих дольменах люди делали вот такие вот круги, прорезали. Вау, даже там освещение нет. Опа. Свет. Сейчас заглянем. Вот так вот. Вовнутрь. Вот как-то так жили люди. Папочка, стой. И вот здесь вот. Третий дольмен. Сейчас дойдем до него. Ну. Да. Вот, видите? Здесь люди строят вот такие вот статуэтки из камней. Так. И вот он. Третий дольмен. Ага. Вот так вот он выглядит. Так вот там были древние люди, катабомбы, да? Катабомбы. Вот так вот раньше люди жили, селились вблизи рек, в горах. Мы поднимаемся в горы, в гору, потому что река у нас остается внизу. Здесь, наверное, высота 50 метров до реки. Будем двигаться дальше прямо. Двигаемся по лесу.
слышно только реку, птичек и наших детей. Такая вот круговая красота. Мирончик захотел кушать. Слушайте, я не знаю, вот сейчас резко прям так в камеру посмотрел. Посмотрите, как все зелено и насколько плотный лес. Какая красота. Я здесь увидел вот такое дерево, клевенькое. Это будет лавочка семьи на чемоданах. Назовем ее так. Смотрите, как. Повреды на цыпку, похоже на цыпочку. Да, вот можно классно посидеть. Насен, иди садись. Я нашел нашу лавочку. А здесь еще есть вот спуск к реке. Я, собственно, хочу, пока Настенька кормит, я хочу туда спуститься. Здесь, видимо, дополнительная река впадает в реку Жане. Здесь такой, видите, каркасный водопадик маленький. Дальше река, но туда не спуститься через этот разлом, потому что, ну как, спуститься можно, но весь вымочусь. И на той стороне, кстати, каким-то образом перебираются, потому что вот стоят из камней такие стульчики, и тропинка уходит туда. На самом деле здесь тоже очень много троп, и можно и ходить, 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 и изучать, на самом деле, бесконечно. Вот в таких вот интересных сейчас местах проходим. Прям просто смотрите, такие интересные штуки, что это, курганы, не курганы, я не знаю, но они прям просто вот с мой рост. Сейчас попробую сюда спасти. Вот, смотрите, и вон там Тёмка стоит. Ой, Родион там стоит. Артём, аккуратно с палкой. Вот, а вот это вот как раз здесь река, вот она, про которую я и говорил, которая такая дополнительная в Жане. Падает. Вот смотрите, что я говорил, курган. Вот объект культурного наследия регионального значения, курганная группа, около 1000 насыпей, охраняется государством. Вот так вот. Здесь, кстати, какие-то дикие цветы, желтые. А, ну это и есть ромашки, прям посмотрите, там целая такая полянка. Пойдемте поближе подойду. А здесь еще сидит на пригорке мужичок. У него тут медизм, магия, гороскопы. Видимо, к нему можно подойти. Он вам что-нибудь там нагадает, погадает. Вообще здесь, говорю, такое комьюнити. Ну, вы понимаете, какое. Вот, смотрите. Дикие цветочки. Любит, не любит. Вот такая вот полянка. Мы дошли еще до одного дольмена через эти курганы. Вот, называется он дольмен «Сила духа». Но это явно не искусственно созданные дольмены. Видно, что они древние. Просто так вот камни. Единственный, вон там он, за этим. Единственный вопрос, как люди без какой-либо техники ставили вот так вот огромные камни наверх. Переходим снова мост на дополнительной реке. Вот. И она туда впадает. Там он даже костры разводят, хотя табличка висела, что здесь нельзя разводить костры. Может быть, да, когда ты оплачиваешь, берешь палатку и устанавливаешь ее, то, возможно, это делать можно, но не факт. Я не знаю, это не первых мы уже видим, кто возле реки встает и делает костер. Водопады уходят от тропинки вон туда вверх по лестнице, а мы решили спуститься к руслу реки, сесть, перекусить, вот, попить чаечек и уже продолжить путь. Здесь очень красиво. Мы вот сейчас спустимся, и я вам покажу. Здесь прям на самом деле вот прям такие места, оборудованные из природных камней, под шашлык. Вот, смотрите, какая красота. Вот. И вот в этих прям камнях, вот видите, можно, соответственно, разжигать, видимо, костер. Вот она, прекрасная речка Жане, шум воды, ущелье. А вон там вот люди стоят с палатками. Сейчас попробую туда дойти, покажу вам. Ну вот они виднеются уже. Вот здесь люди отдыхают. Вообще, конечно, очень прикольно. Вот такой вот лагерь у них, видите? Ну классно, прямо на реке. Здорово. Здесь упало дерево,
Вот, сейчас покажу. Я решил пройтись по этому дереву. Главное не пойти, не смей даже идти сюда. Вообще прикольно. Слушайте, как стрёмно, если честно. Еще мухи какие-то в лицо лезут. Вообще класс. А теперь вот только на широком угле так гораздо интересней. Попробую обратно подняться. Тёма, сбиваешь меня? Тёма, не надо так. А, гусеницы еще какие-то. Папа. Перекусили немного и продолжаем путь. Я тут заметила, говорю, что прикольно природа сделала, что первый водопад такой самый эффектный, красивый и такой заманчивый, как визитка, да? А дальше проходишь и платишь за вход. Да. И уже смотришь остальные все водопады. То же самое есть на Змейковских водопадах в Сочи. Ты заходишь, и там рестораны, большой водопад, самый шикарный. А потом уже идешь по лесу тоже и смотришь остальные, да? Но пока мы идем, вообще ни одного водопада нет. Ну да, мы маленьких только видели. Да. За водопадом 200 метров как раз вот находится ванна Афродита. Вот, значит, мы, скорее всего, уже подошли близко к водопаду. Я не знаю, получится ли у нас идти вообще дальше туда, до дальних труднодоступных водопадов, я не знаю. Возможно, нет. А здесь, смотрите, какая красивая полянка. Называется Солнечная поляна Солнцеград. Вот, здесь люди вот так вот останавливаются на пикники, кто-то отсыпается и даже есть кто спит. Мама, здесь, видите, красивые цветы. Такие цветочки. Папа, здесь куриная, да. Слепота, все. Я не знаю, как они называются. И какие здесь виды? Полянка, конечно, реально потрясающая. Людей здесь отдыхает много. Летом, я думаю, еще больше. И еще такая, видите, она... Баннер такой 200 метров, будет всякие развлекательные штуки, ванны, где-то здесь уже водопад, ну и судя по звуку, да, где-то он уже здесь, и по сути это, грубо говоря, конец маршрута, но дальше 100% можно идти. Опасная зона, обрыв, вот, что-то здесь шумит, так, вот здесь какие-то маленькие они, я думаю, что дальше... Нужно куда-то еще проходить. Водопад называется Изумрудный, жемчужины реки Жанне. Лучшее место для купания и отдыха. Вот в этих ваннах можно купаться. Да, сегодня очень не хватает солнца на самом деле. Была бы солнечная погода, конечно, можно было бы купаться. Здесь у нас, видите, чаша любви. Здесь есть чаша здоровья и чаша для детей. Вот так вот. Будем двигаться дальше. Так, я на самом деле ожидал увидеть что-то большое. Так, внимание, уважаемые туристы, 5-7 минут. Табличка, мы открылись. Что-то там открылось, кафе, может, какое-то. Так, давайте теперь изучим и почитаем. Водопад Изумрудный, чаша любви, легенда. Так.
Легенда гласит, что однажды в этих местах проходил молодой и красивый охотник. После тяжелой охоты он подошел к водопаду, чтобы напоить своего коня и самому напиться. Как вдруг на другом берегу охотник увидел золотоволосую девушку. Она была настолько прекрасна, что молодой человек не смог не влюбиться в нее. Вечером охотник спросил у своих друзей, знают ли они, что это сама дочь повелителя воды. Чтобы заслужить ее, нужно преподнести дар. У бедного охотника ничего не было, кроме драгоценного кулона с большим изумрудным внутри. Этот кулон он носил всегда при себе. Однажды, когда охотник пришел на этот водопад, он не выдержал и бросил. Артем, убери руку, пожалуйста. Бросил кулон в спокойные воды. Тут же вода забурлила, закипела и стала изумрудной. Дар был принят, и на другом берегу водопада появилась золотоволосая красавица. Она вытянула руку и пошла к охотнику навстречу. Охотник сделал то же самое. Они встретились и обрели счастье. Многие считают, что именно благодаря этой истории водопад был назван изумрудный. И каждый, кто искупается в нем, обретает свое счастье и любовь. Настенька, это же про нас с тобой легенда. Пошли купаться. Здесь прям кафе. Смотрите, столики, лавочки. Ну и, собственно, сам водопад, чаша здоровья. Вот здесь вот подальше находится чаша для детей. Осторожно. Вот. Так, на самом деле, я пойду к водопаду прям схожу. Так, на самом деле все, можно прям спуститься. Здесь, кстати, пёселя. Пропусти, пожалуйста, пёсель. Родион, это обойди аккуратно. Да, вот там можно спуститься и купаться. Но единственное, что не хватает сегодня солнца. Класс. Чистейшая водица. Аккуратно спускайся. Я вот стою, все думаю, искупаться или не искупаться. А мужики, вон, не потерялись. Пошли купаться, молодцы. О. Молодчики. Красавцы. Я решил не нарушать традиции и поддержать мужиков. Правильно, правильно. Кайф. Слушай, ну здорово. Вода все теплее и теплее. Я вытерялся футболкой, теперь без футболки, шорты еще чуть-чуть мокрые. Я их тоже вытер. Вытер их футболкой. Здесь, кстати, летом вот это вот все работает. Вот здесь вот, видимо, столики будут установлены. Здесь прям классный отдых. Так, здесь указатель. Купание запрещено. Ванна Геракла, родник, ванна Афродиты. Вот. Вот они, ванночки. Прикиньте, как летом здесь классно. Полежать в них. Вот с одной стороны, с другой стороны. Кафешки. Так, туристы. Перед выходом, смотрите, вот, туристы, перед выходом на турмаршрут вам необходимо зарегистрироваться в местах службы спасения. Вот, на самом деле, мы уже встречали такую историю в Сочи на ЖЭК. Там тоже вот ты проходишь, Ореховский водопад, дальше поразвлекался, дальше закрытая тропа начинается, и можно идти на водопады, Ожегские водопады. И тоже нужно обязательно регистрироваться. И здесь также. Сходил чуть дальше, вот откуда начинается уже не туристический маршрут.
посмотрел по карте, там даже есть кемпинг. Ну, видимо, не прям такое оборудованное, а, видимо, там, где все собираются ребята для ночевки. Там можно дойти до высоты 550 метров, там есть ущелье. Короче, на самом деле, вот сейчас с Насикой сидели, разговаривали, очень хочется сходить именно с ночевкой, с палаткой, взять с собой все оборудование и хотя бы там, типа, может быть, на двое суток сходить. Если вдруг кто-то есть в Геленджике, есть желающие собраться какой-то группой и сходить на такой маршрут, напишите мне либо Насеньке в личку. Еще вам хочу показать, вот здесь вот есть табличка «Родник». Я такой смотрю, а где, а где? А в итоге вот он, маленькая-маленькая струйка. Вот. Это и есть родничок. Классно. Прекрасная река Жане. Название великолепное на самом деле. Вот такое вот забавное у нас сегодня путешествие получилось. Вдоль реки Жане увидели, получается, два водопада, красивые ванночки, как всегда, покупались. Пишите комментарии, ставьте лайки, мы возвращаемся домой. С вами прощаемся, увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока!